Победа в премии «Народное признание» – лучший подарок к Новому году для Даниила Хачатурова. Финалисты российского отборочного этапа детского Евровидения отметили в номинации «Надежда и опора». Даниил, как и любой ребенок, ждет праздников, но сильно не расслабляется. Впереди много творческой работы. В следующем году я планирую участие в проекте «Ты супер» и буду показывать себя совершенно в новом стиле. Я учу в данный момент новые песни на иностранных языках. И сейчас стараюсь побольше учиться и развиваться. Победу в одной из самых престижной номинаций «Признание и уважение» одержала Елена Ярошевская. Офтальмолог – достойный продолжатель династии врачей. За один год она сделала более 1000 операций на глаза. Объясняя свой успех, Елена скромничает. Говорит, главное – любить свою профессию. Не так все сложно. В общем, каждый занимается своим делом. У нас очень много, у нас каждый второй, по-моему, достойный такой. Такого признания. Просто работа, и, в общем-то, хочется делать ее достойно и хорошо, как только возможно. Также лауреатами в этой номинации стали пожарные Артем Дорошенко и Евгений Гуляйкин за спасение 10-летнего мальчика из пожара и Виктор Быстрицкий за гражданскую активность. Почетную награду народные герои получали из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Нет выше награды, чем народное уважение и народное признание. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этой акции. Спасибо за ту огромную работу, которую они провели. Лауреатов премии отмечали как в новых номинациях «За верность земле», «Большие люди малого села», так и уже в привычных «Поколение добра» и «Единство и успех». Лучших в специальной номинации «Волшебный мир театра», «Театр «Пластилиновый дождь», «Творческое объединение «Сад» и театральную студию «Астрель» награждала глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, все номинанты заслуживают добрых слов и наград. И хочется им сказать огромное спасибо за труд, за добрые сердца, за открытость. В этом году акция «Народное признание» прошла в 12-й раз. С каждым годом активность участников растет. В 2019-м подано более 300 заявок, 70 из которых были отобраны авторитетным общественным советом. Всего были награждены 22 лауреата. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.